неспешный, и разлилась в глазницах мгла кипящим морем безутешным. Мой обновленный путь молчит, лишь дышит времени борозды. Я потеряла след ночи, и курс мой изменили звезды. Я пришел. Почему вы пропали? Вы же меня сами выгнали. Я был неправ. Простите меня. Да что вы? Снова? Вот так вот взять и простить? Послушайте, наш с вами конфликт, он не должен отражаться на Наташе. А вы называете это конфликтом? Да, называйте как хотите, черт возьми, но не мучайте мою дочь. Наташа ни в чем не виновата. А вы? Я виноват. Я виноват в том, что тогда отпустил вашу жену домой. Я настаивал на госпитализации, но она наотрез отказалась. Хотя знал. Вы обещали, что все будет хорошо. Обещали. Но в нужный момент вас не оказалось на месте. Я просто приехал позже, но даже если бы я все равно не смог бы ей помочь. Врете! Вы не подошли к телефону ни разу, а Оля верила вам до последней секунды. Верила. Да я же не... Я просто врач. И я уже объяснил вам, в чем моя вина. Александр, Наташа вас очень любит и очень страдает. И вам очень больно за этим наблюдать, да? Надеюсь, теперь вы понимаете, что испытал я, когда потерял семью. Значит, все это не случайность? Вы специально познакомились с Наташей, чтобы отомстить мне? Да. Да. Чтобы отомстить вам. Только еще не придумал, как. А вы не ломайте больше голову. У вас это отлично получилось. И, кстати, передайте еще вашей дочери, что мне не нравится рэп. Я люблю джаз. Какой же ты негодяй. Да, Наташка. Да, Лиль, привет. Я к Димке переехала. Мы теперь вместе. Вот порядок навела. Занавески новые повесила. Ну, не знаю, вдруг маме его не понравится. Она в отпуск должна приехать. Но, с другой стороны, это ведь нам жить, правда? Ужин приготовила. Жду. Димке нравится. Он говорит, что ему со мной спокойно, очень уютно. Татка, а как там твой Саша? Алло? Ты меня слышишь? Слышу. Только я очень занята, извини. Алло? Никогда больше не прикасайся ко мне. Никогда. Татка, родная, пожалуйста, успокойся. Я не могу успокоиться. Я никогда не успокоюсь, потому что ты разрушил мою жизнь. Наташа, послушай, все совсем не так. Нет, папа, все именно так. Что ты сказал человеку, что он за 2 минуты отказался от меня? Папа, что? Даже если бы я не сказал ему ни единого слова, он все равно поступил бы точно так же. Я не понимаю. Назови мне хоть одну причину, по которой бы он бросил меня. Хоть одну. Он не любит тебя, девочка. Да, да откуда же ты знаешь?
Он любит меня. Я это чувствую. Я это чувствую каждой клеточкой своего тела. Ты понимаешь? Он хочет отомстить. Мне отомстить. Его жена умерла во время родов у меня в центре. И я не смог спасти ни ее, ни ребенка. Она отказалась от стационара. А когда ей стало плохо, и он привез ее, было уже поздно. Ребенок был уже мертв, девочка. У матери не выдержало сердце. Это ты виноват? Объективно нет. Нет. Субъективно неважно, мой грех. Это произошло год назад. А сейчас он решил мстить. Он познакомился с тобой, чтобы подобраться ко мне. Ну, кстати, почему ты велел передать, что любит джаз и терпеть не может рэп, что ли? Прости, я очень хочу спать. Дружище. Слышь меня? Ну-ка. Давай. Татка. Ты слышишь меня, Татка? Слышишь? Тата. Дочь. Татка. Слышишь меня? Прости меня. Татка, дурочка. Он не стоит ни одной твоей слезинки. Не надо, все хорошо. Вот и умница. Папа.
меня ребенок будет. Мне сказали. Через день-другой заберу тебя к себе в центр. Обследуем. И тогда все решим. Это девочка будет. Хорошо чувствуете? Тогда мне сегодня будет ассистировать сам Корсунов. Думаю, я сегодня даже на это не сгожусь. Все нормально. Нечего ему тут делать. Девочки, как дела? Ольга Константиновна, папа не вернулся? Пока нет, к сожалению. Что ж за командировка такая? Ну, так все быстро произошло с этим оборудованием, ему срочно нужно было вылетать. Он и успел к тебе зайти, но вы с малышкой так сладко спали, не решился будить. Ну и что, он на Северном полюсе, там нет мобильных? Роминг, дорогой, деньги на телефоне и закончились. Сама понимаешь. Нет, не понимаю. А? Мужчины, они у нас такие рассеянные. Почему шлятки? А где Никитинка? Ирина? Она в отпуске, а что? Так просто. Как назовешь красавицу, решила? Ну что, собирайтесь домой. Я сейчас кого-нибудь из сестричек пришлю, помогут. Растите, не болейте.
что я должна была ей говорить? Ну да. Она и так сама не своя. А у меня уже фантазии не хватает, что ей соврать. Может, ему легче станет? Там и встать сможет. Да. Чудеса только в сказках. После такого обширного инфаркта никто не встает. Здрасте. Павел Андреевич, он же такой крепкий мужик. На сердце никогда не жаловался. Ну, вот поэтому он жив до сих пор. Хотя, какой там жив. Александр Иванович. Это твой ребенок? То есть он мой, и я бы никогда не пришла, но папа в реанимации, и мне не с кем оставить дочку. Здесь все, что нужно, документы в кармашке. На банке со смесью написано, как готовить и сколько раз кормить. У меня правда нет другого выхода. А как ее зовут? Пока не знаю. Александр Иванович, что это? Ребенок. Я вижу. Чей ребенок? Почему вы держите его на руках? Где его мама? Мама. Мама к отцу в больницу поехала, а девочку оставить не с кем. Александр Иванович, взрослый человек, кандидат наук. Развели вас, как подростка. То есть? Подкинули вам ребенка. Неужели непонятно? Нет. Нужно отнести его в полицию. Там знают, что делать в таких случаях. Пойдемте. Нет. Что нет? Не надо в полицию. Куда? Это к папе. Корсунова, 6-я палата. А. Опомнилась молодежь. Что же мне с тобой делать-то, а? Может, тебе жарко? Жарко? Переоденемся. Что нам тут дали-то? Что вас переодевают? Стоп. Сейчас. Кажется, мы с тобой спасены. Слушай, мы с тобой не просто спасены, мы победили. Тут все по порядку. Зарядка, кормление, одежда. 64. Так. Так. Это не то. Это не то. Нет, это не то. Похоже? Похоже. А ты в нас сомневалась. Ну что? Давай переодеваться, Верунь.
точно. Верунчик. Вера. Верочка. Верушка. Точно. Татка. Татка. Папа. Татка. Папа. Как же ты меня напугала. Ну, теперь все хорошо будет? Все хорошо будет. Ты прости меня, дочь. Папуль, я тебя так люблю. Это хорошо. Все вернется. Что вернется? Папа. Анна Михайловна, вы нас простите, мы тут уж начали. Кушайте, кушайте. Я подожду. А где ваша мамочка? Делами занимается. Повезло вашей жене. Угу. Так, документы. Какие документы? Мамину справку из роддома давайте. А. Сейчас, кажется, в сумке. Так, Верун, прости. Сейчас. Это? Ну да. Так, фамилия? Что? Фамилия, имя, отчество девочки. Мальцева Вера Александровна. Корсунов дома? Нет. А когда он будет? А он умер. Извините, а вы кто? А я его дочь. Тогда мы к вам. А вы кто? Судебный пристав Сосоев. Разрешите пройти? Ваш отец, Корсунов Павел Андреевич, взял кредит в Первом городском банке на приобретение медицинского оборудования. В залог была оформлена эта квартира. Кредит? Да. Вот документы. Если кредит не будет погашен в сроки, указанные в договоре, квартира станет собственностью банка. Времени осталось очень мало. Желаю вам решить эту проблему как можно скорее. Всего доброго. Всего доброго. –
Добрый день, Максим Ильич. Привет. Ну, заходи. Проходи. Видишь, какие мы уже большие. Верунь, познакомься. Это Татьяна. Моя умная и красивая аспирантка. Стоп. Ты руки не мыла. Здесь все материалы для статьи. Отпуск за свой счет вам подписали. Ну, декан сказал, что ждет от вас третью главу докторской. Слыхала, Верунь? Третью главу от нас ждут. Танюш, не знаю. У меня теперь вот моя диссертация. Александр Иванович, я даже не знаю, что вам сказать. Танюш, ну, не знаешь, ну, не говори. Спасибо, я все понял. Ты прости, мне ее укладывать пора. Захлопнешь дверь сама? Конечно. Что, Веруш, может, правда, психанем? Допишем этот диссер всем назло, а? Только чур помогать, хорошо? Ну, ты, Паша, Паша, голова горячая. А я ведь 20 раз спрашивал, откуда деньги. Но ты же знаешь своего батюшку. Все нормально, я сам все решу. Выкрутимся. Вот и выкрутились. Петр Федорович, я не знаю, что мне делать. Ну, во-первых, ты не паникуй. Да я не паникую. Я просто не знаю. А во-вторых, я проконсультируюсь с хорошим адвокатом. У меня такой есть. Это не может быть, что взять и выселить человека, который вообще ни сном, ни духом. Я не совладелец квартиры. Опа. Да, надо подумать. Понимаешь, даже если весь персонал центра отдаст все свои заначки, все равно такой суммы не собрать. Спасибо, Петр Федорович, этого не надо делать. Я как-нибудь сама. Наташа, ты, если что, звони. Как дочка? Нормально. Петр Федорович. Иду. Твои деньги. Паша, Паша, что ж ты натворил? Лейтенант Кузнецов, ваши документы. Здравствуйте. Простите, я виновата, я готова заплатить штраф. Сколько? Будьте добры, выйдите из машины. Можно ключи? Товарищ лейтенант, я виновата. Давайте я вам на месте заплачу, пожалуйста. Девушка, согласно предписанию суда, мы должны припроводить вашу машину на штрафплощадку. Заберите, пожалуйста, личные вещи из машины. А какого суда? За вашу машину не выплачен кредит.
Срок выплаты истек. С клиентом Курсуновым банк связаться не может, так что извините. Папа умер, я ничего не знала. Сочувствую, но у нас предписание. Но вы не расстраивайтесь так. Найдите деньги, а машина пока постоит на штрафплощадке. Вызываю эвакуатор. Вам вызвать такси? Нет, спасибо, я сама. Вот, добавим мы ромашки, чтобы что-то там кудряшки. А? Нравятся тебе мои стихи? Ой, дождище. Оно не страшно. Нам тепло. Хорошо. На 2 градуса больше. Придется подождать. Это кто к нам так поздно? Пойдем посмотрим. Проходи быстрее, сквозняк. Утирайся, грейся. У нас вода станет, нам купаться пора. Ничего страшного. Зачем пришла? Я пока не могу забрать свою дочь. А Верочку я тебе не отдам. Верочку. 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 Мальцева Вера Александровна. Моя дочь. Кто? Это еще один способ мести. Ты хочешь меня добить? Я никого не хочу добивать. Я забочусь о своем ребенке. Это мой ребенок. Зачем она тебе? Ты даже не посмотрела на нее, когда пришла. Нам хорошо с ней. Вдвоем. И я никому не позволю это разрушать. А меня разрушать можно? А я уже погибала из-за тебя. Наглоталась таблеток, еле спасли. Потом хотела сделать аборт. А сейчас вот папа умер, и все это из-за тебя. Как умер? Сердце не выдержало. У него, здорового взрослого мужика, не выдержало сердце. Соболезную. Соболезнуешь? Ну ты же о чем-то таком мечтал. Ошибаешься. Я мечтал о том, чтобы был мир во всем мире. Ты страшный человек. Обычный человек. Человек, которому разрушили жизнь. Вот так просто, походя, не заметив. И ты то же самое хочешь делать со мной.
получилось. Ну как? Тебе легче стало? Вот сухие вещи, чай горячий. Если хочешь, ложись в моей комнате. Я лягу в детской. Завтра поговорим. Я вызову тебе такси. Чай, кофе? Все равно. Так, я не помню номер твоего дома. Улицу помню, дом нет? У меня нет дома. В смысле? Банк забирает за долги. Хотя делал кредит, чтобы оплатить новое оборудование для своего центра, под залог квартиру погасить не успел. Можно я? У меня к тебе деловое предложение. Тебе нужно где-то жить, ребенку нужна мама. Нет, я тебя никогда не прощу. Мне это не нужно. Главное, чтобы Верочке было хорошо. Детская в полном вашем распоряжении. У меня отпуск скоро заканчивается, и студенты ждут. Так что давай. Перевози вещи.
понимаешь? А что делать? Ребенка кормить надо. Взяла бы Верочку, коляску внизу оставила, я потом бы занес. Я так часто делаю. Что у вас нового? Спали 3 часа. Сколько гуляли, столько и спали. А еще Верочка меня уже узнает. Правда? Наташа, я знаю, сколько всего свалилось от твоего. Понимаю, как тебе нелегко. Но, может, все-таки не стоит забирать документы. У тебя все задатки стать хорошим врачом. И потом в память о твоем отце я просто обязан подумать о твоем будущем. Уверен, квалификационная комиссия тебя легко восстановит. И ректор пойдет нам навстречу. Спасибо вам, но я пока ничего не знаю. Все образуется. Девочка подрастет, боль утихнет. И Наталья Курсунова станет отличным педиатром. Возможно, вы правы, но мне нужно подумать. Хорошо. У тебя 2 недели на подумать. В этой лаборатории просто нечем дышать вообще. Я чуть не вздохнулась. Наташка! Курсунова! Ну, счастливо. Пока. Счастливо. Здорово. Привет. Ой, а это кто у нас такой хорошенький, а? Пойдите. Какая хорошенькая. Тихо, она засыпает. Ой, прости. Ой, а дай я коляску покачу. Спасибо. Слушай, а, ну, что у тебя с телефоном? Я звоню, звоню. У меня номер другой. А сообщить? Тоже мне подруга называется. Ты вообще куда пропала? Домашний не отвечает. Я там больше не живу. Погоди, погоди. Ты что, замуж, что ли, вышла? За Сашу своего угадала? Да, угадала. Лиль, ты знаешь, у меня очень много дел. Слушай, а пообщаться? Мы же с тобой 100 лет не виделись, а? Ну, не столько тебе надо рассказать всего. Я правда очень спешу, но я обязательно тебе перезвоню. Ну, пока. О, идея. Смотри, мы теперь вот этот абзац совершенно спокойно переставляем вот сюда и удаляем вот этот. Это точно? Вы уверены? Точно. Я когда-нибудь давал тебе повод мне не доверять. Ну, это вопрос слишком личный. Здравствуйте. Наташ, познакомься, это Таня, моя аспирантка. Мы знакомы. Наташа как-то заходила в университет, искала вас. Вас как раз не было. А. Ну, не важно. Аспирантка. Спи, Верочка, спи. Это нам не интересно. Если вы больше ничего не хотите, коньяк не будет. Старайся к обеду, чтобы я к вечеру уже мог все проверить. Как прикажете, шеф. Все, давай, девушка. Мне нужно уйти на пару часов. Надеюсь, ты сейчас сможешь уделить дочери немного своего времени. Да, конечно.